Жители одного из домов Нарьян-Мара оказались в непростой ситуации из-за коммунального абсурда. Строительная инспекция обязала управляющую компанию отремонтировать несколько муниципальных квартир, но хозяйственники предпочли бездействовать. Привести в порядок квадратные метры коммунальная служба должна была еще год назад, но сейчас управляющая компания банкрот. Предписания выполнены не будут, но вообще, напомню, в сфере ЖКХ важное место отведено в майских указах Путина. И выполнять их нужно обязательно, однако о задачах президента многие чиновники будто даже не знают. Например, городские. В последнее время, оправдываясь, местные власти любят все сваливать на управляющие компании, мол, это не мы, а они. Чтобы лично увидеть разваленное коммунальное хозяйство, услышать протесты людей и убедиться в том, что городские чиновники действительно ничего не делают, в рейд отправились депутат городского совета и представитель Общероссийского народного фронта. Один уже провалился при воде, а вытаскивали. Да, они проваливаются. По большой воде это можно любого ребенка потерять. В этот огромный котлован не так давно упала маленькая девочка. Госпитализация не потребовалась. Свидетели говорят, повезло. Родилась в рубашке. Сразу после инцидента депутат городского совета Ольга Пахомова написала в мэрию с просьбой закопать нерабочий прогнивший резервуар. Но опасную зону лишь оградили. Сооруженному забору, кажется, даже перед ветром не устоять. Это тоже, вот я звонок делал, но это они так и не сделали. К открытым канализационным люкам посреди улицы Южной местные уже давно привыкли. Горе писем и десятки звонков за 10 месяцев к результату не привели. От такого чиновничьего безразличия несколько лет назад погиб человек. Девушка упала в вырытую и неогороженную коммунальщиками яну. Но мэрия, которая следит за порядком в городе, считает себя непричастной. Они должны среагировать, они должны напрягать управляющие компании, всех подрядчиков, которые отвечают за порядок в городе. И они должны это выполнять, и они должны контролировать выполнение этих всех указаний. Но сейчас что? А сейчас ничего не делают. Меня просто, например, меня вообще поражает до ужаса просто вот этот вот какое-то отношение конкретно к жителям, у которых есть реальные проблемы. То есть я вот сейчас говорю о мэре, да, прямо. Тебя для чего выбирали? Вот вопрос для чего? Чтобы был порядок в городе, в первую очередь, правильно? Правильно, порядок есть сегодня? Нет, мы сейчас видели, жильцы жалуются. Жалуются люди на состояние своих дворов. Прошлым летом возле этого дома начались ремонтные работы. Строители Нарьян-Мара Кыргыза снесли забор, разрушили бетонные тротуары и перекопали землю. Но после завершения ничего не восстановили, только яму закопали. Вы вообще верите в то, что у вас на виду здесь порядок? Не знаем, сомневаемся. Потому что это тянется сколько... Все переломали и все. Местные власти вместо того, чтобы помочь горожанам, продолжают сидеть в кабинетах и ссылаться на правила. Это все есть в смете, это все есть. И должны восстановить и турникеты там, которые штакетник, скажем, был деревянный, все обязаны восстановить. Все у нас направлено только на благосостояние, на благоустройство нашего любимого города. Но получается, как только какая-то возникает проблема, мы начинаем эту проблему с одного на другого перепихивать. И, в общем, в результате никакой действенной помощи не оказывается. От своих избирателей депутат городского совета Ольга Пахомова получила около 30 обращений. Ветхие полы, отсутствие воды, ужасное состояние канализации. Все письма с призывом о помощи были направлены в администрацию Нарьян-Мара. На большинство ответы не поступили, чиновники проигнорировали. У этого дома вообще удивительная история. Сразу несколько муниципальных квартир в плачевном состоянии. Зимой в жилых помещениях температура воздуха едва достигает и 0 градусов. Об этом говорится и в заключении жилинспекции, которая проводила здесь проверку еще в 2013 году. И тогда городским чиновникам сказали, на устранение ошибок есть полгода. Прошли 6 месяцев, но до сих пор так никто ничего здесь и не сделал. И дело уже дошло до абсурда. Вот читаю, они пишут. Планируется проведение ремонтных работ в этом здании в 2023-2025 годах. Получается, что чиновники, не стесняясь, проигнорировали предписание жилищной инспекции. А это соседний дом, Южная 39А. Здесь тоже все комично. Управляющая компания по КТС еще в октябре прошлого года после проверки здания составила план-график ремонтных работ. Тогда в список попали аж 18 пунктов. Среди них восстановить полы, укрепить фасад и утеплить инженерные сети. Тогда коммунальщики зареклись, мол, большинство работ сделаем до конца 2014 года. В итоге сегодня уже середина 2015, но ни один пункт так и не сделан. На Октябрьской 17 горячая вода должна была появиться еще в 2010 году. Тогда в доме проводился псевдокапитальный ремонт. Казне он обошелся в 6 миллионов рублей. Восстановительные работы проводила управляющая компания «Служба заказчиков». Сейчас она банкрот. По документам в жилом строении утеплили фасад, отремонтировали кровлю, инженерные сети, а также провели горячую воду. Да они нам ничего не сделали, кроме того, как обшили только дом. Они обшивали наш дом 3 месяца. Отопление меняли при минус 25 градусов.
А то, что они обещали провести горячую воду в отдельную, это не было сделано. Миллионы закопаны, но горячую воду жильцы так и не увидели. И увидят еще не скоро. Городские чиновники признаются. Прошло уже много времени, да и люди сменились, чтобы в этой запутанной коммунальной истории найти начало и конец. Не всегда, но иногда бывает, что затраты, которые были, значит, понесены, они не отражаются. То есть, ну, можно составить документы, не выходя из кабинета. Я думаю, должно остаться на совести тех, кто этим занимался. И таких капитальных ремонтов за 3 года в Нарьян-Маре сделано на 900 миллионов рублей. Сколько потрачено по факту, а не по документам, теперь это уже большая загадка даже для нынешних чиновников. Впрочем, все это мало волнует горожан, которые продолжают жить в разваливающихся домах, не могут принять ванну или сходить в туалет, да еще и платят по завышенным тарифам. Люди хотят лишь одного, чтобы представители власти работали на благо жителей Нарьян-Мара, а не перекидывали ответственность, как сейчас, с одного на другого. В итоге полное бездействие. Олег Танзейский, Сергей Качиков, Дмитрий Лукевич, Андрей Котов, телеканал «Север».